Доброе утро, Бокер Тов. Сегодня я хочу поговорить о гласных буквах в современном иврите. Я не оговорился, о гласных буквах в современном иврите. Я понимаю, что это материал спорный, и многие скажут, что я не прав, поэтому я готов к тому, что поступит критика с вашей стороны. Пожалуйста, критикуйте меня, критикуйте объективно, конструктивно, спорьте со мной, ставьте нравится, ставьте не нравится. Я буду рад любой конструктивной критике. Итак, нас учат, исходя из классических представлений, классических грамматиков, о том, что все буквы в иврите согласные. И так все традиционно говорят, что в иврите нет гласных букв. Я говорю, что в современном иврите есть гласные буквы. То есть есть буквы, которые больше гласные, чем согласные. О каких буквах мы будем говорить? Мы будем говорить о буквах Алеф, Гей, Вав и Ют. Начнем с буквы Ют. Например, мы хотим написать на иврите название населенного пункта «Мир» или название станции космической. «Мир» – передать ее ивритскими буквами. Вот обратите внимание, как это будет выглядеть. «Мир» – то есть «Мем», «Ют», «Рэш». Так же, как в русском языке получилось. Три у нас буквы, и каждая буква передает свой звук. «Мем» – «М», «Ют» – «И», «Рэш» – «Р». И если кто-то со мной сейчас не согласен, пожалуйста, объясните, почему вы считаете, что буква «Ют» в этом случае не является гласной. Однозначно гласная. Еще примеры. Слова в иврите. «Гир» – «Мел», «Кис» – «Карман». «Ют» здесь передает гласный звук. «Сир» – «Кастрюля». Кир – стена, шир – песня. Давайте посмотрим еще слова с буквой ВАВ. Буква ВАВ у нас обычно передает гласный звук О или У. И намного реже, редко передает согласный звук В. Давайте возьмем слова иностранные сначала, иностранного происхождения. Душ. На иврите слово «миклахат», но используется слово «душ» тоже. Лом. Обратите внимание, как пишутся эти слова. С буквой «вав», которая передает либо звук «о», либо звук «у». Если вы считаете, что я не прав, пожалуйста, объясните, почему. Давайте прочитаем еще несколько ивритских слов. Гур – детеныш животного, щенок. Дор – поколение. Кур – реактор. Кор – холод. Буква ВАВ, да? Передает звук О. Кор. Если бы не было здесь буквы ВАВ, мы его прочитали бы как КАР. То есть буква ВАВ нужна. Шор – бык. Тор – очередь. О буквах Гей, Алеф вы почитаете в моем материале на сайте. Сейчас вы видите подсказку, ссылку на этот материал. Принимаю любую критику, конструктивную. Буду рад. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах.